В Ульяновске началась действительно суровая зима. Из-за сильных морозов увеличилось количество случаев обморожения, а это очень опасно, ведь последствия могут быть необратимыми. Прошлой зимой в Центральной городской больнице было выявлено около 20 тяжелых случаев обморожения. В этом году только с 7 по 10 января в ЦГКБ были госпитализированы 15 человек с тяжелым повреждением тканей, а еще 11 получили медпомощь в травмпунктах. Такое большое количество обморожений связано с недостаточной профилактикой, неправильным оказанием первой медицинской помощи и запоздалым обращением к врачам. Чтобы предотвратить повреждение тканей от холода, специалисты советуют как можно меньше времени проводить на улице и ни в коем случае не пренебрегать теплой одеждой. Самым главным признаком обморожения является онемение конечностей тела и нарушение чувствительности. Если вы заметили это, необходимо как можно скорее обратиться к врачу, чтобы лечение было максимально эффективным и без последствий. Проблема заключается в том, что люди обращаются не в день получения обморожения, а через сутки, через двое-трое, когда идут последствия. Какую-то реальную помощь можно оказать в течение первых двух часов с момента получения обморожения. Если первая помощь вам требуется очень срочно и необходимо оказать ее самостоятельно, для прогревания обмороженных участков тела врачи настоятельно рекомендуют использовать только сухое тепло, находиться в отапливаемом помещении, надеть теплую одежду. Необходимо улучшить кровообращение. Для этого нужно прогреть организм изнутри, употребляя жаропонижающие и анальгетики, а также теплые напитки – чай или молоко с медом. Ни в коем случае не согревайтесь теплой водой или под открытым огнем. Не растирайте обмороженные части тела снегом, ведь последствия могут быть непоправимыми для вашего здоровья. После неправильного самолечения пациенту может потребоваться пересадка кожи и даже ампутация конечностей в случае гангрены. Даже после самостоятельной первой помощи необходимо незамедлительно показаться врачу, чтобы прояснить ситуацию и при необходимости долечиться без последствий. В Ульяновске круглосуточно работают 3 травмпункта, где вас готовы осмотреть специалисты. На Ефремова 21, Рылеева 39 и Оренбургской 27. Юлия Руднева, Марат Мигдиев, Улправда ТВ.